Итак, новость последних минут. Корреспондент Первого канала Анна Курбатова похищена на Украине. Это подтвердили в пресс-службе Первого канала. Девушку схватили и увезли в неизвестном направлении. В данный момент судьба журналистки неизвестна. Незадолго до похищения Анне поступали угрозы. Поводом стал ее сюжет о Дне независимости Украины. Из-за него Курбатову ранее внесли в базу данных скандально известного сайта «Миротворец». На сайте журналистку обвиняют, цитата, в тенденциозности, манипулировании информацией и антиукраинской пропаганде.